мы знаем, он пошел на верх. За тебя и за меня. Мы знаем, все возможно, когда Господь с тобой всегда. Еще раз говорю, объясняю одно и то же. Если я помышляю, ну, всякая ерунда в моих мозгах летает. Я вечером иду спать. Этот день дню передал знания. Он думал о земном. Это смерть. Сам выбрал. Понимаете, вот тут вот голова сама выбирает. Равно и ваша. Но если я
все-таки вспомнил, что я верующий, я, Боже, что-то полетело в голове, прости, омой своей святой кровью, очисти, Боже, дорогой. Бог говорит, ну, послушный сын, я очищаю. Я иду спать, и вот тогда Бог за меня, Бог со мною, Бог учит тогда. Я понимаю, ребята, я могу еще это раз 100 говорить, и кто-то на 101 раз не поймет. В этом не сомневаюсь нисколько, потому что это наша привычка так жить. И мы не ценим, мы не дорожим. Вот, то, что Бог, мало ли, что Бог сказал, дорожите временем, потому что дни лукавы. Мы не дорожим временем часто, мы не дорожим вот днем, который Бог нам дал. Мы позволяем, чтобы себе такую роскошь, чтобы в наших помыслах всякая нечистота плавала, летала в большом-большом количестве. И зачем все это? И мы просто не принимаем то, что Бог дал. Да, мы остаемся верующими, да, мы дети Божьи, но как бы нету того, что Он сделал. Нету того, что Он совершил для тебя и для меня. Вот, ну я простые вещи говорю. Чтобы все принять от Бога, Писание учит, мы должны усилия прилагать. Усилия. Ну, такой вопрос. Какие ты усилия делаешь, чтобы Божьи обетования стали твоими? Ну, объясните мне. А? Вот опять же, ну, ребят, такие простые вещи, да? Вот мы пришли, все, слава Богу. Поймите, что, ну как бы, есть такая штука, ну, добрая, которая называется религией. Да, мы Библию читаем, ну и что? Мы у церкви уходим, ну и что? Это что, усилие, что ли? А усилие, вот, допустим, ты читаешь, да? Ты читаешь великие драгоценные обетования. Бог дал жизнь, жизнь с избытком. Бог дал успех. Усилие, что это такое? Тебе и мне нужно порабощать и усмирять свою плоть. А она не хочет этого. Усилие, это то, что я когда понимаю, Господь, мне, ну, допустим, 58 лет, так думаю, что-то я где-то пролетел, Боже. Я еще, ну, вот как я, допустим, делаю это, когда-то проповедовал, ну, как я просто встал там утром, прости меня, Господь, что мне очень жаль, я сожалею, что я еще не добился того, что Ты приготовил для меня. Я искренне это говорю, прости меня, Боже. Я люблю тебя, но я желаю измениться, я желаю приложить старания, усилия для того, чтобы то, что ты даровал во всей полноте, стало моим. Это я для себя говорю. Я не грешу, стараюсь жить по слову, но я читаю о многих великих драгоценных обетованиях, которые не стали моими. И я это понимаю, за меня это никто не сделает. И я прекрасно понимаю, что если я не приложу старания и усилий, ничего не изменится. В чем они заключены, я понимаю, что это мне нужно где-то поститься и молиться, другого я не понимаю. Читать Библию хорошо, ходить на служение прекрасно, но если я не буду молиться, поститься, смирять, порабощать свою плоть, я ничего не достигну. Я на многих смотрел и смотрю, и понимал, что многие, конечно бы, из вас могли бы добиться гораздо большего. Гораздо большего. Ну, видимо, жизнь по плоти кому-то нравится, жизнь по плоти приносит удовольствие, поэтому нету тех побед, тех благословений, обещанных Богом, которые Он тебе и мне даровал. Кто-то согласен на малое. Поймите, мы очень разные с вами. Вот кому-то там немножко благословений, немножко мира, немножко порядка, вы счастливы, вам ничего не надо. Но я не такой, мне хочется что-то принимать большее для себя, мне хочется достигать цели, мне хочется видеть большего успеха, больших побед, больших благословений. К тому же я очень хочу, чтобы вы были благословенны. Такое вот странное явление. Я очень желаю, чтобы у вас был успех. Я очень желаю, чтобы действительно те победы, которые Бог дал для тебя, для меня, они стали нашим достоянием. Чтобы то, что Бог совершил, оно пришло к тебе и мне во всей полноте. Вот смотрите, что, ну как, Бог дал, да, я благодарен Богу там за множество. Он исцелил, освободил, все прекрасно. Но для меня это как бы мало. Я не хочу ограничивать себя в этом, просто я говорю, я реально говорю, ребята,
Это постоянные такие мысли: «Господь, прости меня». Я не знаю, может, даже вы не понимаете, о чем я говорю. Я просто говорю, да, я стараюсь жить в мире, стараюсь искать, но просто из того, что я читаю, из того, что я вижу, я понимаю, многие великие драгоценные обетования пока еще от меня далеки, и мне их надо принять. Поэтому говорю, прости, Господь, прости, что моя вера не работала, что ты дал, не состоялось, что ты сделал, не совершилось. Прости меня. Я читаю Слово Божие, я же прекрасно понимаю, что Бог дал. Он для тебя и для меня даровал достоинство сыновей и дочерей Божьих. Это значит, достоинство – это ценность. Вот ценность, как сына Божьего, как дочери Божьей. Это превосходство, поймите. Это превосходство над всеми другими язычниками. Над всеми. Бог дал мне Царство Божие, благословение Царства. Я их не все принял. Я говорю, прости, Господь, прости за мое неверие, за мое сомнение, но я желаю это принять. Я же учил вас хорошо, сам прекрасно понимаю Слово Божие, что даровано. Достоинство – это сила, это богатство. Это премудрость, это крепость, это честь, это слава, это благословение, это то, что Бог дал и тебе, и мне. И каждый день я теперь выбираю равноты, нужно оно тебе или нет. Каждый день я это выбираю. Есть как бы достоинство или как другое слово, ну, бесполезный, это то есть не приносящий пользы. Безвыгодный, ненужный, напрасный. Мы можем жить в этой суете просто напрасно. Не ценим того достоинства, которое Он дал. Не ценим того, что даровано Господом, за что была заплачена великая цена Бога. Еще раз говорю, если вы меня понимаете, конечно, может быть, другим сложно понять, но я говорю, мне очень жаль. Я прожил уже немало. Но мне очень жаль, что многие Божьи обетования не состоялись. Мне очень жаль, что то, что когда-то, может быть, Бог вкладывал в мое сердце, я это не совершил. Вот за это говорю, прости меня, Господь. Я не сравниваю себя с другими людьми, мне это не надо. Я говорю о том, что Бог говорил в мое сердце. Я понимаю, что и ваше сердце, Бог, Он всегда говорит. Он говорит о том, что Он для тебя приготовил, но по каким-то причинам ты просто это откладываешь, перекладываешь. Я говорю, когда Бог открывает что-то, когда ты умножаешь эти познания о Боге, она умножается скорбь. Мне очень жаль за многих братьев, сестер, с которыми я был вместе в 80-х, 90-х, в 2000-х годах. Мне очень жаль, что многие не достигли того, что Бог дал. Мне очень жаль, что многие просто побросали эти великие драгоценные обетования. Мне очень жаль. Я иногда говорю, прости, Господь, и моих братьев и сестер, за то, что просто стали попирать то, что Ты дал, перестали искать. Поймите, любой из нас отличается исканием и жаждой Бога. Если есть она, Бог не пройдет мимо жаждущего, Бог не пройдет мимо ищущего. А у меня только вот сегодняшний день, чтобы искать. У меня сегодняшний день, чтобы принять от Бога то достоинство, которое Он дал. Я могу его отвергнуть, я могу его принять. Для меня сила, сила – это когда я просто стараюсь исполнить. Ситуации разные, можно обидеться, а можно принять силу и сказать, я выбираю прощение. Это Слово Божие. Можно придумать себе 100 причин и обвинять кого-то, а можно просто выбрать Слово Божие, прощать кого-то. Чтобы действительно та жизнь, которую Бог дал, стала твоим. Милые мои дорогие друзья, из опыта того, что видел, слышал, переживал, я вам просто говорю, сколько у Бога благ для вас. Вы просто это не понимаете. Вы часто многие можете себя считать недостойными, потому что вас так учили, о вас так говорили. Но Бог так не говорит. Бог не говорит таким языком, потому что
Писание говорит, тот, Отец Небесный, который Сына Своего не пощадил, как с Ним нам не дарует и всего. Все для жизни, все для благочестия – это то, что приготовил Отец Небесный для тебя и для меня. И ты сам, вот сам каждый день выбираешь, что ты хочешь. Что ты хочешь. Я как-то уже делился, говорил, для меня печально порой, когда родители пытаются решать за детей, что они должны, где учиться, что делать, не вопрошая Бога, не спрашивая о том, что Господь, Ты дал мне это дитя, что Ты хочешь для него. Суют свои планы, свои идеи, лживые и фальшивые, вдалбливают. Зачем все это делать? Господь, а что Ты хочешь? Что Ты хочешь? Как Ты хочешь, Боже дорогой, что Ты приготовил? Потому что, ну, это все от Бога. Ребятки, вот есть ложь, которой мы питались, может быть, с детства. Но не знали наши отцы и матери, редко у кого знали Бога. Даже некоторые уже рожденные в семьях верующих, но если папа и мама не познали Бога, они дают только религию, которая часто отвращает. Я этого тоже много насмотрелся. Она отвращает. Вот чтобы дать жизнь, то, что Бог дал, сила для того, чтобы у тебя разные ситуации сегодня. Но Бог дал силу, чтобы все это преодолевать. Вместе с Ним. Сила – это когда ты исполняешь Слово. Вот исполнитель Слова. Я немножко, ну как бы, объясню, как оно работает, простые вещи. Мы все нуждаемся в любви, да? Нам всем ее не хватает. Мы все почему-то ее ищем от людей, от пап, мам, жен, мужей. Это такая глупость человеческая. Но любовь – это сущность Бога. И любовь искать надо не в человеке. Слышите меня? В человеке не надо ее искать. Ее искать в Боге надо. Чтобы действительно ты принимал эту любовь. Да, можно читать много-много раз одно и то же. Но поймите, я сам могу отвергать эту любовь, могу принимать. Любовь – это то, что там долго терпит. Спасибо, Господь, за долготерпение. Любовь прощает, спасибо, Господь, за прощение, не ищет своего, а как хочется. Это любовь, которую мы отвергать можем каждый день. Она никогда не перестает. Когда ты смотришь на человека, у людей она перестает. Приткнешься обязательно. Смотрите на Бога, питайтесь от Бога. Питайтесь от Бога, чтобы действительно возрастать нам в любви, в всяком чувстве. Почему многие не возрастают в Боге? Они годами читают, смакуют эту Библию. У меня часто вопрос, зачем? Смысл-то какой? Если ты этим не живешь, если ты не живешь этим словом, если его у тебя нету, оно же исполнять надо. Потому что блаженны те, кто исполняет это Слово Божие. И Бог, вот Он дал достоинство, а у меня его нету. Бог дал мне силу преодолевать. Любые обстоятельства жизни ты можешь вместе с Ним преодолеть. Хоть что пусть у тебя будет сегодня. Но если ты с Богом, тот, кто в нас сильнее того, кто в мире, вместе с Ним ты можешь все преодолеть. И вот еще раз говорю, ребят, Он дал вот это достоинство. Сила, богатство, премудрость. Что нам делать? Крепость – это здоровье, честь, слава, благословение. Бог дал. И что ты с этим делаешь? Когда мы отходим от Него, когда мы помышляем не об истине, мы начинаем разваливаться, мы начинаем терять дарованное от Бога. Я не хочу, чтобы вы обманывали сами себя. Я не хочу, чтобы вы просто лгали сами себе. Ребята, но это то, что Бог дал. Но у меня, может быть, сегодня нету этого. Опять же, что я говорю? Бог дал это достоинство тебе, быть Его сыном. Это величайшая привилегия. Вот для этого Он сына послал. Он не пощадил, Он сказал, с Ним дарует все. Все это все для жизни и благочестия. Но у тебя нету. Опять же, что? Господь, прости меня. Прошел еще один день, а я это не принял. По своей тупости, глупости, не знаю, надменности, гордости. Я это не принял. Прости меня.
Мне очень жаль, да, что я такой упертый, Боже, но я желаю смириться. Я желаю вот принять, что ты сделал. Прости, я не знаю, как там Бог говорит в каждое сердце, но прошу тебя, Господь, сейчас за моих братьев и сестер открой. Открой, Господь, то, что ты сделал, то, что ты совершил для каждого из нас. Я прошу тебя, сверхъестественно сокруши всякую ложь дьявола, всю эту бесовскую премудрость. Прошу тебя, помоги это все вырвать с корнем из своего сердца, чтобы не оскверняться ложью, но чтобы жить в твоей любви, жить в твоей истине, жить в твоей правде. Прошу тебя, прости, Господь, за всякое отступление от слова. Прости, что мы позволяем, чтобы наши помыслы, наши чувства были наполнены ложью. Прости, Боже. Омой многократно своей святой кровью, чтобы то, что ты даровал, оно состоялось. Чтобы то, что ты даровал, свершилось. Мы здесь, мы сейчас на этом месте. Я знаю, что ты с искренними поступаешь искренне. Я прошу тебя, те, кто искренне взывает, очищай, Господь, своей святой кровью. Очищай, чтобы слово правды, слово любви, оно наполняло. Чтобы помышления духовные свершали то, ради чего ты послал свое святое слово. Я молю Тебя, Господь, помоги нам очнуться, помоги прийти в себя, чтобы принять дарованное Тобою во всей полноте. Помоги, Господь, там, где мы не ценили Твое Слово, не дорожили Твоей любовью, отречься от всех неверных решений, от всякого зла, чтобы удалить из своего сердца все бесславие, чтобы дарованное Тобою стало нашим во всей полноте. Прости, что мы не ценили Твое Слово, попирали Его Слово. Прости, Господь. Ты много посылал нам хлеба, но мы им не дорожили. Прости, Боже дорогой. И помоги восстать, помоги подняться. Помоги прийти в себя, чтобы то, что ты даровал, стало нашим достоянием. Я прошу тебя, Господь, соверши это. Соверши. Во имя Сына Твоего возлюбленного, по Твоей великой благодати, по Твоей великой милости, соверши, Господь. А я благодарен Тебе. Я благодарен Тебе, что мы можем просить, стучать и получать от Тебя. Спасибо Тебе. Благодарение. Спасибо Тебе. Я прошу Тебя, Господь, за все эти наши чувствования лживые. Очищай. Очищай, Господь, славы, чтобы мы не оправдывали себя обстоятельствами жизни, своим наследием, но удаляли из своего сердца то, что не принадлежит Тебе. Я благодарен Тебе, Господь, дорогой. Я благодарен Тебе. Я простые вещи сейчас буду говорить. То, что видел, слышал. Вот что нам Бог дал. Если я сегодня ищу Бога, да? Если я сегодня понимаю, что такое, очень важно, ну, смотреть за своими чувствами, ребятки. Много раз говорил, еще раз говорю. Есть только три чувства, которые должны быть у вас, если вы желаете жизни. А? Толя, один? О. Точно, Толик. И мир. Все, ребята, другое, оно будет убивать. Все, вот, смотрите, мир, радость, любовь. Для многих это сложно. Все другое будет убивать. Все другое – это прошлое. Это оттуда. Часто с преисподней. Что мы делаем с вами? Мы целый день ходим загруженные, перегруженные. И у нас ни одной извилины не сработает, чтобы сказать: Господь, прости меня, что я в свой храм допускаю всякую нечистоту,
прости меня, что я не дорожу этим храмом. А там Бог сказал, что это вот то, что мне многие годы не нравилось вместо Писания. Кто разрушит храм сей, того покарает Бог. И я многие годы разрушал свой храм, свое тело обидами, отверженностью, страхами, гневом. Я разрушал этот храм. В итоге немощи и болезни приходили. Я это сам выбирал. Я не выбирал благословений. Я сам выбирал проклятие. Слушайте меня внимательно. Кто сегодня болен? Вот достоинство Божие – это крепость. Чтобы ты был крепок и сочен. Чтобы действительно был наполнен этой жизнью Божией. Когда мы не ценим, когда мы позволяем своим помыслам летать где попало, когда наши чувства собирают всякую дрянь со всего мира и света, мы разрушаем себя, мы оскверняем себя, мы разрушаем вот этот храм свой. Поэтому мы часто немощны и больны, потому что нарушаем слово.